Правильно. После того, как олень что-то ест, вы будете удивлены. Мы управляем и эксплуатируем объекты глэмпинга. Загрязнение всегда просачивается в нижележащие слои. И все, что происходит в верховьях, в конечном итоге отражается внизу. Загрязнение всегда ниже, чем в городской воде. Планируемое место для глэмпинга – это тропа оленя. Жители достаточно умны, чтобы знать, что это не глупость. Слеймоут знает, что то, что он сейчас пытается сделать, это влияет на гордость города, и он понимает это. Возможно, он забыл об этом сегодня, и поэтому решил пойти домой пешком. Так и есть, не так.